встречались, поскольку Форос нас играет на PS4 в основном, драма на ПК. Так что бой обещает быть очень захватывающий. Посмотрим. Да, во фреймдате я так не сведущ, как прошлые комментаторы, поэтому будем с ней по принципу, что вижу, то и говорю. Это что ж такое-то? Вот. Так, отлично, да, четвертый размер против серьезного японца. G-Corporation, сейчас сразу же виф от бота, где-то в программе была ошибка допущена. Оп. Посмотрим. О, хоп-кик, да, это хоп-кик из PS4 онлайна, будь готов, драма. Там все именно так. Понеслось. Вот, ВС-очка по ногам, удар, пока куча хп у драма нету. О, отличный степ. Больше, больше грязи от Фореста, действительно. Проверь, сколько будет готов. Вот эти ударчики. Так, драма проверяет расстояние. Вот он сайдвокает, стенка, аккуратно, Форест. Ох, уже все горят, горят огни. А, любимый Хелсвит, да, драма очень серьезно. Сырью для драмы ничего не значит, потому что у ботов нету чувств, они не знают страха. Все прекрасно. Вот, парочку грязных приемов из PS4 онлайна, паниш. Проверяют, разбежались пацаны. О, удар, ВС-очка. Еще удар, еще ВС. Отличный, отличный лес. Любимец зверушек. Все он может. От, поймал, зафлотил комба возле стены. Прессинг. Ох, анбоком ему не попал. Аккуратно драма, да. Паниш. Вот, бот давал шанс, наказал. Очень странно. Хаусвип. Аккуратно, хаусвип. Еще хаусвип. Когда одного недостаточно. Отлично. Ах, синяя Катарина. Недостаточно. Там Катарина из Мытищ была только что, но не готов. Драма пока уверена. Не сижу очень, но 2-1. Ох, дебагер, да, вот он. Сырью просто так не становится, ребята, в PS4. Сейчас вот все отлично. Оп. Ах, завив не наказал. Бот не наказал, опять за хаусвип. Да что ж такое? Драма возле стены, Катарина, ах, не... Бросил. Так, опять паниш, паниши. Казуя. Вот он возле стены, раннинги. ЮГФ, ох, ВС-очка. Этого может, в принципе, нет, практически, почти убьет. Еще один удар напасть. Ох, 2-2, да. Не готов, драма. Ааа. Пропустила прям в душу удар от Казуи. Конечно, по ногам, подлые удары по ногам. Он отлично наказал. Опять, ох, паниш, оптимизация, боже мой, unblockable. Да, это вам не просто так. В Нижнем Новгороде умеют собирать ботов, это все нормально. В Великом Новгороде, да. Там, говорят, уже заказы поступают из Кореи на сборку этих тренировочных ботов. Напоминаю, да, что играть они будут до 3. Так. Тащит Мишимой. Так. Форос призадумался, да. В онлайне он такого не встречал. Блин. Его-то там-то его уважают. Но не здесь. Здесь все серьезно, вот. Когда все становится плохо, время приходит Тедди. Из самые грязные приемы. Из глубин Рио-де-Жанейро, ребята. Они здесь, с нами, сейчас на стриме. Посмотрим, насколько вся мощь G-Corp Corporation. Ох, сразу удар. Драма что-то знает нормально. О, камбусики. Много дэмэджа сейчас прилетит. Почти возле... Оп, вот они. Деморализующие удары от драма. Еще один деморализующий удар. Паниш ВС3, все нормально. Ох, присел. И вот он. Волги. О, Волгейм игра. Но это подлый удар. Надо ждать, пока он закончится. Ох. Когда броски руками, руками достаточно использовать броски ногами. Все отлично. О, продолжаются.
Даже прямо уверенно идет только к стене. И ВГФ. Не так много ЕГВ, как у спауна, но он тоже может. ВС-очка. Форест, Форест знает, что драма любит делать колл-свипы. Так, нейтрал. Ох, драма накажет. Да, паниш, естественно. Опять больше 4. Ну, опять дисреспектный мув. Похоже, в программе сейчас заложишь, он должен быть этим ударом. Потом он продолжает его юзать. Так, красный Эдди. Красный Эдди. Ох, паниш! Сейчас много дэмэджа. Ну-ка, подумай, Форест. Где-то сейчас будет, да, вот, это синий Эдди. Миксап угадал, но ВС-очка, да. Танцующий лес. Ох. Лаунчер в лицо. Дизреспект. Продолжает прессинг возле стены. ВС. Ах, Вив, отличный ВГФ наказал, драма. А просто. Продолжает. Да, тем временем только забрал микрофон у Фокса, говорит. Бьет по на... Кричит зал, нагоняет хайп. И похоже, Форесту только на руку. Ну, ой, Форест. И ванлайн. Вот так восстановится сырью, ребята. Танцы. 1-1. Все непросто. Все непросто. Даже Леша Хигем. Леша одобрил это решение. И если Леша одобрил, то точно правильно. Непросто. Да, ты же выиграл игру, чувак. Ну, 1-1 счет. 1-1. Становится все опасно. ВС-очка нагнул. Миксапы на вейкапе. Ну-ка, готов ли драма? Вейк. Вив, боже мой, это Вив, ребята. Начинаются атаки. Туда-сюда движение. Да, Эдди, ребята, надо аккуратно против Эдди. Там 13 фреймов, ВС-очка наджагал. Нету хп, но драма красный. Красный драма. Много дэмэша, там стена. Естественно, стена. Дьявол. Дьявол козуя, ох. В лицо каблуком, ребят. В лицо каблуком. 1-1. Не прошло этот раз, но прошло еще раз. Нет. Драма готов ко всем самым грязным приемам. Все заблочил, бэкдэшит, блочит. Нет. Длинные ноги эти зацепили его. Стена, дэмэдж. Все здесь. Вот. Пол хп снял. А фору 4 воздух, это нормально, эти можно. Да. Драма нападает. Ох, много ударов не наказывают. Бросок на... Ох, как грязно! Это было грязно, ребята! Много дэмэджа. Ну, а фору 4 не угадал, бот. Где-то ошибочка. Оп, сразу же упасть. Ах. Ох, хаусвип. Фирменные приемы. Локоть не достал. Ах, релакс, релакс сбивает. Нейтрал, больше нейтрала. О, на больше. В душу. Прямо в душу. Много дэмэджа и стена. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, Форест. Ах, возле стенки не пойдешь прием. Все страшно. Так, ночь наступила на арене. Просыпается мафия, просыпается скилл у бота. Продолжает вставать. Эдди решил пойти ва-банк. Много наглых ударов, ничего не боится. Четверть хп снято. Ох, поймал второй удар. Это лаунчер. Только второй удар лаунчер. Ох, угадал, отлично, угадал. Ой-ой-ой, хорош. Перепрыгнул. 2-2, 2-2. Опасно, опасно. Final, 2-2. Недостаточно файнал, просто только не знаешь, мы сейчас играем до 3 на самом деле. Шанс еще будет. Форест, Форест. Нейтрал поймал, выпрыгнул. Ох, это джагл. Это дэмэдж. Вейкапчики, поймал. Ох, наказывать. Да, очень плохой паниш у Эдина. Минус. Ой! И это возможно, смерть нет. Смерть!
2-1. 2-1. Это очень серьезно. Похоже, пора вызывать техподдержку. Там подвинтить пару вентилей там в боте драма. Пока что да, Форест. Это прям как будто бы шахматы. Гарри Каспаров играет сейчас против суперробота, но... Нет, нет, Чоппер, до трех они сейчас играют. До трех, да. До трех. Все нормально. Только еще есть шансы потанцевать. Просто я сказал не то. Думал я о правильных вещах. Да, до трех контрхит, до трех. У драмы есть шансы, он же бот, он же должен адаптироваться. Подними уровень. Давай проверим, загрузил ли он Тверские сетапы. Посмотрим сейчас. Экологически чистый Эдди, лес. Ох, не угадал миксап. Рискованный миксап, но Фореста не боится, он закален онлайном. Вся дверь за ним, ох, Вест. Вестчик, и вот уже красный, драм уже горит огнем. Ну, не присел под хаем, но ничего страшного. А Эдди, ох, выкинул много дамага. Вот сейчас самое страшное, сможет он адаптироваться здесь стенки. Ох! Отлично! Ой, бум! Unblockable! Но Эдди! Эдди! Длинная черная нога попала по нему, ничего страшного. 1-0 у Форест доказывает, что сырье не просто так, не дог! Угадал! Много дамага! А это был, между прочим, сетапчик от Фореста, драма лежал, он знал. ЕВГФ забочен, не прошел вот это хай, Форест, похоже, не знает. Ну ладно, B1 плюс 2 всегда помогает Эдди выйти из ситуации. Слайд. Эх, ожидал он, что драма чем-нибудь ударит, но нет. Вифнутый лаунчер, можно быстро рекавери. Драма прессует его. Ой-ой-ой, быстрая ВС-ка, это смерть, ребята, смерть. 2-0, матчпоинт у Фореста. Он одной ногой в финале. Одной ногой в финале. Ох, панчики наказал. Родео! Родео, по-моему, поймал еще в контрхит. Ой, нога Спарта! Это дверь, драма, это дверь здесь вот так. Сырью 3-1. Иди один.